Здравствуйте, Валерий, компания Maxi Markets TV. Можно задать вам несколько вопросов? Здравствуйте, здравствуйте. Давно ли вы торгуете на рынке Форекс и какими впечатлениями можете поделиться? Начал не так уж давно, с начала декабря, по-моему. На данный момент все идет в плюс. Потихоньку развиваемся и идем вперед. Расскажите, как вам помогает в работе ваш личный менеджер? Кто мне помогает? Как вам помогает в работе ваш личный менеджер в торговле? Дает советы, дает информацию, где можно найти обучение какое-то, чтобы самому развиваться и так далее. Также дает такие сделки, по которым можно идти в плюс. А какую цель вы для себя поставили в этой работе? Первая цель, конечно, заработать больше денег. Вторая цель – разобраться в биржевой торговле. Это, наверное, такие самые главные две цели. На данный момент вы довольны своими результатами? Да. Расскажите, на каких валютных парах вы обычно торгуете? Пока на валютном. Только валютном. А как вы считаете, Форекс может стать основным заработком? Я думаю, со временем, да, возможно. Но пока у меня есть основная работа, и это как второе увлечение. А что бы вы посоветовали начинающим трейдерам? На что нужно обращать особое внимание? Начинающим посоветовал бы не бояться рисковать, доверять тому, кто тебе помогает в этом деле разобраться. Что еще вам кажется важным в этой работе? Какие навыки, какие знания должны быть? Надо уделять больше времени новости, как происходит, что больше увлекаться познанием биржи, как, что от чего зависит, делать какие-то анализы, следить за курсами валют. Если у вас был опыт работы в других компаниях, то чем, на ваш взгляд, отличается компания Maxi Markets? У меня не было опыта работы в похожей сфере, биржевой торговли, и потому я не могу сказать, чем сильно отличается, но пока довольно все интересно. Валерий, спасибо вам большое за уделенное время. Компания Maxi Markets желает вам успешной торговли. Спасибо вам.